Дрейф капитана Белоусова в Азовском море. Экипаж единственного ледокола Украины уже месяц не сходил на берег. Почему, знает Максим Савченко. Из-за сильных морозов лед в Азовском море рекордный, около метра толщиной. И даже ледокол не всегда с ним может справиться. Сильно тяжелый лед был. Толщина большая. Попадая под винты, было такое, что винты останавливались. И это механизмы не выдерживали, аварийное отключение было. Опа, стоп, хорошо. Вот так вот, я играю как на пианино. За 18 лет работы капитан Александр Шуляк еще не помнит такой суровой зимы в азовских широтах. Использовать приходилось всю мощность двигателей, а это 12 тысяч лошадиных сил, и не останавливаться ни на минуту. Сотни торговых судов так и не смогли бы пройти этот лед, если бы не капитан Белоусов. Мы 4 часа возле него ходили рядом, били до того, чтобы ее стронуть с места. Потому что там торосы 2-2,5 метра. Постоянно ледокол был в движении. Мы и помогали, и снабжали, и спасали, и так далее, и так далее. Вот медленно, правда, медленно, потому что один ледокол на все море, конечно, это мало. Мало, поэтому процесс шел медленно, но, слава богу, без аварий. Самый ответственный пост после капитанского – пост рулевого. Управлять ледоколом – дело почти ювелирное. Требуется особое внимание выполнять четкие команды капитана и придерживаться своего чутья. Спасая из ледового плена торговое судно, команда капитана Белоусова сама оказалась в плену у своей работы. За последний месяц моряки ни разу не сошли на берег, даже сегодня, будучи в сотне метров от Мариупольского порта. Для единственного в стране ледокола пока слишком много работы в море. На курсе 230, на курсе идем влево. Максим Савченко, Евгений Якунин. Специально для телеканала «Донбасс».